Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. От предпринимателей ждут заявления на субсидии на работников. До конца июня принимаются заявки на выплаты 12 130 рублей в расчете на человека от бизнеса, который работает в пострадавших от распространения коронавируса отраслях. Это деньги за май. Заявки принимает налоговая. Пока их поступило 6,5 тысяч, примерно 600 не удовлетворят. Выплачено за май 29 миллионов рублей. За апрель кировским предпринимателям выплатили 400 тысяч. Программа «Экономика». Для безработных придумали новые меры помощи. Федеральные власти решили увеличить в 3 раза минимальное пособие по безработице на 3 месяца с мая по июль. По поручению президента сумма увеличивается до 4500 рублей. И на 3 месяца будет продлена возможность получать пособие тем, кто после 1 марта должен был его лишиться. Индивидуальные предприниматели, которые с марта вынуждены были прекратить работу, в июне-августе получат пособие по безработице в максимальном размере 12 130 рублей. Кроме того, увеличено число семей с детьми, которые вместе с таким пособием получат выплату на каждого ребенка в размере 3000 рублей в месяц. По данным Кировстата, по итогам первого квартала 2020 года уровень безработицы в Кировской области 4,6%. Это меньше уровня безработицы по итогам 2019 на 0,2. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Основа любого бизнеса – это люди. Банк «Хлынов» понимает, как важно именно сейчас сохранить команду, которая работает над общим делом. Благодаря своей команде банк пережил кризисы 90-х и 2000-х, а сегодня «Хлынов» помогает сохранить коллективы предприятий, салонов красоты, частных учебных заведений, торговых центров, ресторанов, ремонтных мастерских, всех, кто соблюдал и соблюдает карантин. Банк дает возможность компаниям обеспечивать сотрудников на прежних условиях и предлагает кредиты на выплату полного размера окладов без дополнительных комиссий. Подробная информация по телефону 8 800 252 37. А у КБ «Хлынов» лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 68 рублей 87 копеек. Курс евро 77,35. Ольга Близина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.